Вот такие совушки у меня получились в результате работы, в результате вырезалочек. Вот. Ажурненькая. И это. Одна черная и одна белая. И вот такие прекрасные рыбки. Два вида. Ну, у меня еще там одна есть, которая основа была. Вот такие рыбоньки. Их у меня в процессе вырезалок нету. Снимала на видео. Такие красавицы. Спасибо за внимание. Схема вот неудобная. Получается, приходится вырезать, что оно не схемой, а вот готовую работу. Не очень ровно получается. Какая разница, я день и ночь сейчас варю. Вчера тоже в 12 часов жарили. Тут люди стряхнули. Thank you.